В городском округе Люберцы прошли ежегодные торжественные мероприятия, посвященные Дню труда. По традиции, в администрации чествовали лучших сотрудников предприятий и представителей трудовых династий. На празднике побывал и наш корреспондент. Я врачом, наверное, буду. Стану я лечить людей. Буду ездить обовсюду и спасать больных детей. То, что юные люберчане уже определились с будущей профессией, видно по их рисункам, выставленным в фойе актового зала. Работы на темы «Моя будущая профессия» и «Мир глазами детей» оценил Владимир Ужицкий. Это коллективная работа, то есть это маленькие детки, которые каждый делает по морковке, садить на целый огород, все вместе. А для взрослых, которые уже давно выбрали профессию и посвятили свою жизнь труду, организовали праздничный концерт. Более 80 человек получили за свой профессионализм награды и благодарственные письма. Они представляют различные организации, занимают различные должности, но все по праву считаются гордостью городского округа Люберцы. Искренне хотел бы пожелать всем нашим труженикам и добра, и здоровья, и благополучия, и, конечно, достойной заработной платы. Но самое главное в нынешних современных условиях – это мира. Мира, мира, мира. Все остальное, я думаю, наши труженики решат. С праздником! Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско также присоединился к поздравлениям. Он вручил виновникам торжества награды регионального законодательного собрания. За бесценный вклад в развитие средств массовой информации и высокий профессионализм такой награды удостоился коллектив телеканала ЛРТ. Это наша общая награда, потому что телевизионный продукт невозможно сделать одному человеку. Над ним трудится целый большой коллектив. Поэтому это наш большой вклад, это наша хорошая награда, которую мы заслужили все. Торжественное собрание сопровождалось красочными выступлениями творческих коллективов. Молодые музыканты и хореографы порадовали гостей своими талантами. Луиза Егиазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.